Это было очень странно. Кресло поехало вверх. Космонавт в стартующей ракете. Сладкой на вкус, словно кто-то смешал сироп и яблочный уксус. Мне показалось, что она мгновенно впиталась, как если бы там открылся крохотный рот, который втянул ее в себя. У меня закружилась голова. Головокружение нарастало несколько секунд и кончилось полной пространственной дезориентацией. Я даже порадовался, что мое тело надежно закреплено и не может упасть. А потом кресло поехало вверх. А потом кресло поехало вверх. Это было очень странно. Намного больше.